Официально в этом году в Анапе и районах открыто 20 площадок по продаже новогодних красавиц. Торговые точки должны иметь подобающий вид. Деревья должны стоять ровными рядами за специальными ограждениями, не мешая прохожим. Продавцы должны обеспечить чистоту и порядок вокруг точки. На пересечении улиц Промышленная, Астраханская. Торговля хвойными деревьями ведется прямо на газоне. Часть деревьев свалена в кучу, а другая стоит вдоль тротуара. Для составления протокола был вызван участковый оперуполномоченный. За пару дней работы нелегального елочного базара от некогда зеленого газона осталась лишь грязная вытоптанная земля. Сюда осыпавшиеся хвойные иголки и мусор. Самодельная подставка и подрубка деревьев производится здесь же. 22 декабря по инициативе муниципального контроля был совершен мониторинг территории совместно с городским казачьим обществом. Люди в форме производят на нелегалов благоприятное действие. Сразу начинается уборка территории. На улице Амелькова в районе памятника «Три свечи» убран еще один несанкционированный елочный базар. А также остановлена торговля фруктами и овощами. Сотрудники управления муниципального контроля совместно с казачеством потребовали реализатора собирать елки и произвести уборку газона.